Приветствую вас, друзья и коллеги по хобби на своем канале. Сегодня у меня вскрытие очередной посылочки с магазина «Я моделист», за что им огромная благодарность, большое спасибо. Посылка прибыла ко мне транспортной компанией СДЭК. Для жителей Белоруссии хочу сказать еще одну радостную новость. В городе Витебск тоже открылся терминал транспортной компании СДЭК, что очень радует. Заодно вскрою посылку и проведу небольшой анонс строек, которые скоро появятся на канале. Даже не скоро, а в ближайшее время. Сейчас быстренько вскрою, чтобы не шуршать клеенкой. И вы увидите, какие прекрасные модели мне пришли в пополнение. Вскрыл посылку и по одной коробочке буду вам показывать и рассказывать. Пришел мне такой набор. Набор фирмы Мэнк. В набор входит 4 ЗСУшки разных, ЗСУ-1, ЗСУ-2, ЗУ-23-2 и 4-ствольная ЗСУшка. Как видите, набор из 4 ЗСУшек. БРДМ-1 от фирмы Трумпетер. БРДМ, наверное, начну собирать первым. И вот такой Коугар или Пума от фирмы Мэнк. Это изюминка всей посылки. Обзоры на модели вы увидите на моем канале и на канале «Я моделист». Наборы действительно интересные. И скоро начну их делать. И пришли два набора пигментов. Пигменты МХП. Я их попробовал, мне очень понравились. И вот заказал еще два таких набора. Берлин, 1945 год. И Сталинградская битва. Тоже распаковочку и обзор увидите, кому интересно, на моем канале. Вот такая вот замечательная посылка. На этом буду, друзья, заканчивать. Скоро будут обзоры. Кого интересует, заходите, смотрите, комментируйте. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Спасибо за просмотры и за поставленные вами лайки.